Если работа одного из органов затруднена, страдает весь организм. То же касается и почек. А именно, если они не могут функционировать должным образом, то смогут выводить токсины из крови, а это, в свою очередь, негативно отразится на общем состоянии здоровья. Хроническое заболевание почек или хроническая почечная недостаточность – это постепенное снижение способности почек функционировать. Почки представляют собой фильтр, отбирающий из крови лишнюю жидкость и продукты распада, которые затем выделяются в виде мочи. На последних стадиях хронической почечной недостаточности в организме скапливается опасное количество жидкости, электролитов и продуктов распада. Сегодня я хочу вам рассказать о аюрведическом препарате, который улучшает функцию почек и применяемый для лечения разного рода заболеваний мочеполовой системы при ослаблении функций почек, нарушении работы желчного пузыря, кожных заболеваний, а также при избыточном весе. Называется он Гакшурадзе Гугул и оказывает балансирующее действие на все три доши. Во-первых, восстанавливает нормальную работу почек, ослабленных дисбалансом вата-доши. Во-вторых, успокаивает воспаление вследствие расстройства питта-типа. В-третьих, предотвращает процесс камнеобразования в почках в результате избытка капхи в организме. Этот препарат благотворно действует на всю репродуктивную систему, улучшает выработку семени у мужчин, оказывает укрепляющее действие на женский организм в послеродовой период, способствует налаживанию процессов метаболизма, устраняет токсины и избытки амы в организме, что делает его полезным добавочным средством во время диет и лечения ожирения. В состав Гакшурадзе Гугул входит гакшура. Это эффективное средство при большинстве заболеваний мочевыводящих путей. Она богата солями кремниевой кислоты, препятствующих образованию камней в почках. Облегчает мочеиспускание, способствует легкому отхождению камней, восстанавливает слизистую мочевыводящих путей, останавливает кровотечение, улучшает функционирование почек. Кроме того, гакшура благотворно действует на репродуктивную систему, усиливая образование семени, оказывает укрепляющее, омолаживающее действие на женский организм в послеродовом периоде. Гакшура – гармонизирующее средство для питта-доши, одновременно успокаивающее вата-дошу. Является самым прославленным растением из группы корней дашамула. Также в состав препарата входит смола гугул, которую получают из бальзамового дерева. Это дерево использовалось в аюрведической медицине на протяжении веков. Еще в аюрведических текстах, датируемым 6 веком до новой эры, встречаются рекомендации по лечению атеросклероза с помощью этой смолы. Смола обладает мощными очищающими свойствами, нормализирует функцию почек, выводит камни и песок из почек, выводит шлаки и токсины, снижает уровень холестерина, помогает при кожных воспалениях, нарушениях гормонального и менструального цикла у женщин. Гугул усиливает все качества гакшуры и максимально доносит его до каждой клетки вашего организма. Воздействует на суставы при различных формах артрита, снимая воспаление и смягчая болевой синдром. Общие случаи, при которых прием гугулы не рекомендуется, в том числе и в составе других препаратов, так это беременность, кормление грудью, а также послеоперационный период, так как гугул повышает риск кровотечения. Поэтому не стоит принимать его в течение 2 недель после операции. Какие же показания к применению этого препарата? Это болезни почек и мочевыводящих путей, пиелонефрит, почечная недостаточность, болезненное и затрудненное мочеиспускание, мочекаменная болезнь, болезни репродуктивной системы, аденома и воспаление предстательной железы. Хочу отметить, что максимальная доза препарата составляет 6 грамм в день. Однако хорошо переносимая терапевтическая доза составляет и 3 грамма в день. Дозировка варьируется в зависимости от заболевания, массы тела и состояния здоровья пациента. Подарите своему здоровью великолепный омолаживающий тоник для почек и будьте здоровы!